Отлично. Я рад видеть тебя на этой странице. Тобой было принято правильное решение. И прямо сейчас я расскажу тебе про проект, в котором ты сможешь нанять себе работника, и он будет работать за тебя. Данный проект называется ⁇ Живая очередь ⁇ Потому что в этом проекте все работники выстраиваются друг за другом в одну очередь и работают. Каждый новый работник, кто пришел, встает в самый конец данной очереди и продвигает ранее пришедших работников вперед. И чем дальше вперед продвинулся твой работник, тем больше он зарабатывает. Стоимость аренды данного работника 300 рублей на 33 дня. Именно 300 рублей стоит запас кристаллов в количестве 300 штук, которые работник расходует на свое питание. Данный работник кушает 3 раза в день, каждые 8 часов. Соответственно, 300 кристаллов ему хватает на 33 дня. И через 33 дня, когда у работника заканчиваются кристаллы на пропитание, ты уже принимаешь решение, понравилось ли тебе, как твой работник работает, и готов ли ты ему еще купить провизии на следующий месяц, чтобы он продолжал работать на тебя и за тебя. Да, и чем дольше твой работник на тебя работает, тем он получает больший доход и больше премиальных бонусов. Поэтому тебе выгодно продолжать снабжать его провизией каждые 33 дня. Тем более, что это всего лишь 300 рублей. В данный момент есть возможность нанять одного работника за 300 рублей, либо нанять сразу трех работников. Это стоит 900 рублей. Также ты можешь нанять сразу 10 работников за 3000 рублей. Нанять 10 работников ⁇ это самый оптимальный выбор. Именно так я сам и нанимал себе работников. Да, я сам в этом проекте нанял 10 работников. И сейчас они, в данный момент, пока ты смотришь это видео, зарабатывают мне деньги, которые попадают мне на кошелек, и я сразу их могу вывести. У тебя мог появиться вопрос, а сколько мне будет приносить данный работник и стоит ли вкладывать в него свои 300 рублей? Об этом ты узнаешь уже в следующих видео, которые расположены ниже. Там будет подробно рассказано и показано в цифрах, сколько каждый работник зарабатывает, на каких условиях и как именно увеличивается его доход. Ты можешь просто нанять работников и больше ничего не делать. Уже будешь зарабатывать. Но если ты также порекомендуешь своим друзьям и знакомым, либо кому-то другому, тоже нанять себе работников, то ты будешь зарабатывать еще проценты от заработка работников партнера, которым ты порекомендовал этот проект, тем самым многократно увеличивая свой доход. То есть, другими словами, в данном проекте заработок идет как от работы твоих нанятых личных работников, так и от партнерской программы. Причем партнерская программа трехуровневая. Например, ты пригласил человека партнера и зарабатываешь с него процент по партнерской программе. Приглашенный тобой партнер также пригласил партнера, и ты тоже зарабатываешь процент еще и с него. И приглашенный твоим партнером партнер также пригласил партнера уже под себя, ты с него зарабатываешь процент. Поэтому выгодно не только самому нанять работников и пассивно зарабатывать от их работы, но и рекомендовать этот проект другим людям, чтобы зарабатывать намного больше от работы работников, которых наняли приглашенные уже тобой люди. Этот доход со временем вырастет и будет в разы больше дохода, который приносят тебе твои собственные работники. Но в данном проекте нанимать работников, чтобы работали на тебя, это не единственная возможность, которую ты можешь получить. Если станешь участником данного проекта, помимо заработка от нанятых тобой работников и заработка от партнерской программы, ты еще получаешь совершенно бесплатно конструктор сайтов, то есть конструктор продающих и подписных страниц. Также ты получаешь конструктор интернет-визиток и конструктор автовебинаров. Кроме этого, ты получаешь обучение от проекта по продвижению ВКонтакте, продвижению в Телеграм, созданию и продвижению своего YouTube канала и еще много других интересных и полезных обучающих материалов. Все это ты получаешь бесплатно, если зарегистрируешься в проекте и наймешь хотя бы одного работника за 300 рублей. То есть, если в других проектах за тот же самый конструктор сайтов ты будешь платить деньги к примеру 500 тысячу или 2000 рублей в месяц то здесь в этом проекте ты нанимаешь себе работника за 300 рублей который тебе каждый день зарабатывает деньги и бесплатно пользуешься всеми инструментами которых со временем будет все больше и больше ну а теперь давай еще расскажу какие бонусы ты будешь получать за работу твоего работника помимо его зарплаты Дело в том, что когда твой работник работает и хорошо выполняет свою работу, то он повышает свой статус и переходит на следующий уровень мастерства, за что и получает дополнительные бонусы, которые ты, конечно, забираешь себе. Например, если у тебя работает 10 работников, то время от времени твои работники получают премии, соответственно, отдают их тебе. Чем больше у тебя работников, тем больше у тебя премий. Тут все просто. Есть денежные премии и есть премии, выдаваемые ценными материальными призами. Денежные премии могут выпасть случайно, то есть рандомно. Есть фонд бонусной денежной премии в размере 50 тысяч рублей. И ты можешь получить либо 500 рублей, если у тебя один работник, либо 5000 рублей, если у тебя 10 работников. Подробнее, как ты можешь получить данные денежные премии, ты уже узнаешь из видео, которые будут ниже. Ценные материальные призы работник получает, повышая свою квалификацию и переходя на более высокий уровень мастерства. Премиальные призы начинают выдаваться при достижении работникам 8 уровня, где ты получаешь 12,5 долларов, которые не выдаются тебе на руку чистыми наличными, но на эти деньги у тебя открывается аккаунт в проекте Просто Гейм. Это бинарная матрица, когда под каждого человека становится по два человека и, соответственно, ты начинаешь получать доход на полном пассиве еще и в долларах. Перейдя на 9 уровень, потом на 10 и потом на 11 уровень, соответственно, ты получаешь еще по одному работнику бесплатно в помощь к твоим уже существующим нанятым работникам. Когда твой работник перейдет на 12 уровень, ты получишь, помимо дополнительного работника, еще и Яндекс-станцию. При переходе твоим работникам на 13 уровень ты получаешь AirPods. При переходе твоим работникам на 14 уровень ты получаешь Apple Watch часы. При переходе твоим работникам на 15 уровень ты получаешь iPad. При переходе твоим работникам на 16 уровень ты получаешь iPhone 12. При переходе твоим работникам на 17 уровень ты получаешь MacBook. При переходе твоим работникам на 18 уровень ты получаешь автомобиль Hyundai Solaris. При переходе к твоим работникам на 19 уровень ты получаешь сертификат на строительство загородного дома. Если твой работник достигает 20 уровня своей квалификации, ты получаешь квартиру в Санкт-Петербурге. Если твой работник достигает квалификации 21 уровня, ты получаешь квартиру в Москве. Как тебе такие бонусы? Я думаю понравились. И начать ты можешь прямо сейчас с 300 рублей. Но чтобы за то же самое время получать максимальный результат, рекомендую тебе стартовать, наняв сразу 10 работников за 3000 рублей, которые прямо сейчас могут начать работать на тебя и с каждой минутой будут приближать тебе к получению всех тех бонусов, о которых я сказал ранее. Думаю, что рассказал уже более чем достаточно для общего понимания. Если тебе это интересно, то прокручивай сейчас ниже этого видео и смотри следующее видео, в котором будет показано, как тебе зарегистрироваться в данном проекте и сразу перейти и нанять работников. Потому что это первое, что нужно сделать сразу после регистрации, чтобы занять свое место в очереди и твои работники уже начали работать и приносить тебе прибыль. Ты на правильном пути. Сейчас главное не останавливаться, четко следовать инструкциям, которые тебе дают. И возможно, именно ты будешь жить в собственной квартире в Москве, которую для тебя заработают работники, нанятые тобой в данном проекте.